разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Зародился День физкультурника в далеком 1939-м. И с тех пор, из года в год, его проводят во вторую неделю августа. Не стали исключением и военные годы. В этом году у спортивного праздника юбилей – 80 лет. Впервые за всю его историю самарцы отмечают этот день вечером. Вытягивайте руки до максимального гуся. Дождь и темнота спорту не помеха. На набережной организовали более 30 площадок от федераций, спортивных школ и клубов, на которых с показательными выступлениями и мастер-классами выступали молодые спортсмены. Как дела? Шумаш! Давай, присоединяйся! Баскетбол, армрестлинг, шахматы, уличные танцы. День физкультурника собрал тысячи любителей спорта вне зависимости от возраста и профессии. Одно из главных событий вечера – масштабный ночной забег, собравший более 700 участников, как профессионалов, так и любителей. Несмотря на высокую конкуренцию, атмосфера дружеская. Состояние огненное, мероприятие глобальное, интересная концепция, все с фонариками, у всех настроение побегать, несмотря на дождь, и огромное количество людей, вы сами все видите, и это говорит о том, что любительский бег у нас развивается. Идея пробежаться поздним вечером возникла у самарцев. Инициативу поддержали городские власти и организаторы. Старт забегу дала глава города Елена Лапушкина. 3, 2, 1! Старт, 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 старт! Он значит, что у нас там видишь, будьте аккуратны! В темноте с фонариками спортсмены прошли трассу в 5 и 10 километров. Это прошлогодний чемпион Виктор Самойлов устанавливает новый рекорд трассы. Все хорошо, погода на плюс пошла, не очень жарко, и дождливую погоду больше бежится. Прошлый год тоже все идеально было, все понравилось, так же, как и в этом году. Все идеально. Организаторам спасибо, старались. Когда бежать все лучше, днем или ночью? По настроению. А сегодня какое настроение? Сегодня отличное настроение. После забега самарцы собрались возле главной сцены послушать праздничный концерт и потанцевать. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.